огромный привет IKEA. Наконец-то мы добрались до этого отдела, чтобы посмотреть каркасы кроватей односпальные. Размер у них 90 на 200, размер стандартный, ну, соответственно, каркасы разные. Итак, смотрим мы сейчас с вами на самый-самый доступный, самый дешевый вариант. Это Мейдин каркас, массив сосны, 1799. Цену включен каркас. То есть, это только за каркас. Речная 1000, матрас, который предлагают здесь, 4000, получаем 6798. Также имеются размеры другие, но это уже, соответственно, не односпальные варианты. Итак, это вот обычный каркас, тут видно крепление, на что оно крепится, ножки и речное дно. Таким образом кладется, сверху матрасы, получаем обычные кровати. Изголовье таким образом выглядит. Это Мейдин массив сосны. Постельное белье, которое здесь представлено, также можно приобрести в IKEA. Следующее, давайте пойдем немножко нелогично, это Хемнос. 11 тысяч. Смотрите, оно уже выше смотрится за счет изголовья высокого и за счет большого матраса, ну, в смысле, по высоте. Размер точно такой же, рассматриваем речное, но здесь уже 3000, матрас, который тут предлагают, 8. Ну, тонкий матрас 3. 2200, что-то я уже совсем переокругляла. Так, белая морилка идет данного Хемноса. Сейчас подойдем, информацию все запечатлим. Выше, гораздо выше, даже сам каркас, высота у него идет. Итак, черно-коричневый есть еще вариант. Массив сосны, морилка, прозрачный акриловый лак. Да, это все отдельно. И размеры товара, пожалуйста. Упаковки две коробки. Вот, если присмотреть, это реально не видно, это дерево, просто покрытое морилкой. Следующее. Какое красивое изголовье необычное. Ну, так это новиночка у нас. Посмотрим. В черном цвете. Цена 10 тысяч. Секстуа черный. Вот для нашей IKEA это точно новинка. Секстуа для нашей IKEA это новинка. Спинка кровати 7, боковины кровати 3. Вот так и формируется цена. Интересно. Так, боковина кровати 200 сантиметров. Что у нас тут? Это сталь. Все сталь. Вот такие размеры. Изножья, высота. В общем, все расписано. Высокий матрас здесь предлагается. Матрасы, конечно, можете выбрать другие. Как вам такая новинка? Интересно. Здесь только черный каркас, только. Получается, теперь два варианта кровати с стальным каркасом предлагают IKEA. Ящики, да, поместятся. Так. А вот тоже, смотрите, тут стали ящики из-под мальмы. Это рамс, это каркас кровати, каркас кушетки, спальное место также 90 на 200, 9000 цена. Вы же видите, спинка, поэтому это кушетка. Посмотрим характеристики. Классический каркас из стали. Длина, ширина, высота, длина матраса, ширина матраса, ну, под размер кровати, кушетки. Интересно, кстати, да? Раз, мальм и подошел. Ну, мальм эти ящики на колесах. За две штуки 5000 рублей. Так. А, это матрас. Вокруг обошли. Сангисат, каркас кровати. Также имеется Сангисат целая серия комоды и шкаф подобрать под комнату одинаковые. 7000. Цена вопроса. Основание изголовья также высокое. Тоже, смотрите, она уже значительно выше. Самая дешевая новинка.
на контрасте, вот на 4 варианта. У всех есть подсказки, которые можно приобрести, которые можно взять, чтобы потом уже покупать. Руководство по покупке кровати. Видите, сангисат формируется, тут сразу же речное дно 3000, матрас 4,5, и получается. Следующее это у нас бримнос 10 000. Бримнос не хватает немножко изголовья, но если я не ошибаюсь, по-моему, у них тоже было отдельное изголовье. Здесь. Так, это матрас внизу. Каркас 10. Нет, просто каркас. Ну ладно. Размеры. Как вам? Ну, бримнес уже давно представлен, это точно не новинка. Кстати, раскрытый бримнес в белом цвете, вот он. Я хотела сказать что-то, но промолчу, тут просто надо посмотреть. Каркас кушетки с двумя ящиками. Еще такое красивое постельное, тоже новинка, все фиолетовое, розовое. Такой стиль. И в заключении, нет, не в заключении, тут еще два варианта. Утокер, каркас кровати, но смотрите, тут одно на другой стоит. Матрас две штуки 10, общая стоимость какая? Одна, а нет, 13, это вот это штабилируемое за две штуки, все правильно. Просто плюс идет, каждый матрас прибавляем, поэтому такая цена получается. Вот артикул, стоимость, ряд, место. Вот они друг на дружке. И все это тоже массив сосны. Вариант, когда мало места. В комнате, допустим, использовать вот такие. Предлагают использовать. А вот эта вот кушетка от Хемноса очень давно представлена. Давно она мне нравится. Ну, уже как-то убрали эти комнаты, которые, в которых эта кушетка занимала такую главную позицию. Как-то я подзабыла. 80 на 200, 28 тысяч. Она раскладывается, да. Из односпальной превращается в двуспальную. 80, 160. Ящики имеются. Руководство при покупке. Смотрим. Каркас кушетки с тремя ящиками. И матрасы. Жесткие тут предлагают. Все. Вид сбоку, вид со стороны, все одинаково. Так, ну вот вроде бы все односпальные мы посмотрели с вами. Какие остались вопросы? Давайте посмотрим еще раз на новинку. Кстати, я тут немножко оговорилась. Получается, что не все, да, они... Хотя нет. Смотрите, 90 на 200, а там написано 80 на 200. Но по факту же они все 90 на 200. Тут тоже 80 на 200. А, видно, за счет того, что это кушетки, боковые части не идут в расчет. Все, теперь понятно. Так, ну все, каркасы кровати на этом заканчиваются. Спасибо, что посмотрели. Жду вопросы. Вам желаю отличного дня, хорошего настроения. До новых встреч и пока-пока.